Друзья, всем доброго времени суток. Сегодня у нас второе занятие игры на гитаре. И сегодня мы разберем бой. Да, что такое бой? На самом деле бой — это тот ритмический рисунок, который мы задаем нашей композиции. То есть то, какими движениями, да, мы делаем нашу композицию. Именно. Видов боя много разных. Сегодня мы разберем классический вид. Как он выглядит? Большим пальцем, да, правой руки делаем такое движение: вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. Вот такой ритмический рисунок. Еще раз: вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И такое движение должно дойти с вашими навыками до автоматизма. То есть если каждый день по 30 минут подходить к гитаре, да, и 3 раза в день выполнять вот это вот упражнение простое, да, зажав, возможно, аккорд, для того, чтобы и правая рука приучилась делать правильный бой, а левая рука, да, училась брать аккорды. То есть вначале это все будет немножко скрипеть, где-то не дожиматься, но через небольшой промежуток времени все будет очень даже гладко. То есть еще раз, да, вместе с аккордом показываю, не спеша, медленно для всех. Вниз, вниз, вверх, вверх, вниз, вверх. И, собственно, вот этот бой, он всегда идет. То есть, смотрите, как не спеша делаю. А левая рука перебирает аккорды. А бой так продолжается, как и шел. Это классический вид боя, и на нем можно сыграть огромное количество композиций. Если вы его освоите, то вы сможете сыграть, наверное, да, любую песню. Ну и, собственно, вместе с нашей песней, которую мы изучали с вами, это песня 7b. Да? Верхний этаж с видом на небо, мы будем ласкать на нем звезды своими глазами. Коснулась звезда, так похожая на солнце, что веками светила над нами, обжигая лучами. И теперь припев. Но когда жара даже лютой зимой, и когда-нибудь станет это время добрее. И быть может быть будем, а мы любить под счастливой звездой. И быть может быть станем мы друг другу нужнее. Вот так звучит эта композиция. Подписывайтесь на наш канал, и с каждым днем наш канал будет продуктивней, на нем будет больше занятий, и намного будет приятнее изучать и учиться игре на гитаре. Всем хороших занятий!